Задача номер 3. На тарелке 30 пирожков, 4 с мясом, 14 с капустой и 12 с вишней. Андрей наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. Далее вы расписываете точно так же условия. Всего 30 пирожков. Далее вы можете коротко расписать, что у вас есть. Мясо 4, капуста 14, вишня 12. Значит, вам нужно найти вероятность того, что пирожок с вишней. Значит, вишня – это благоприятный исход. Значит, 12 исходов благоприятных, всего 30. Получаем дробь 12 тридцатых. Сокращаем на 6, получаем 2 пятых или 0,4. Это и является ответом.